Котировки биткоина через несколько недель могут вернуться на прежний уровень. Как заявил аналитик открытия брокер Тимур Нигматуллин в комментарии РБК, крипторынок не упадет из-за ужесточения его регулирования в Китае, а уменьшение котировок после распродаж – это продолжительная тенденция. Также он добавил, что ожидание запрета майнинга стало еще одним толчком для этого. Тем не менее, алгоритмы большинства криптовалют позволяют гибко подстраиваться под майнинговые мощности, поэтому этот фактор тоже не стоит считать негативным в среднесрочной и долгосрочной перспективе.